Хей, гайз, смешумики, мы продолжаем проходить игру под названием BioShock. Так, мы с вами в логово контрабандистов, поэтому давайте дальше исследовать, что у нас вообще здесь есть по округу. Во-первых, кнопочка тут есть. Ну, типа, я могу нажать? Ну, давай. Будки. Еще секунду, и я вытащу тебя оттуда. Мойра, ты меня слышишь, родная? Подожди, это он и есть? Этот парень? Тут так темно. Если бы твой друг мог взглянуть наверх и увидеть тебя, может, ты сумел бы его предупредить. Если бы ты мог что-то сделать, что-то, а не просто стоять тут и смотреть, как он умрет. Че их так много? Они повсюду! Я не могу их сдержать! Надо отступать! Только вытащи мою семью, а потом перегруппируемся как сможем! Окей. Нет! Это не идеально! Отдай мне руку! Сволочь! Короче, два попадания надо. Еретик! Ладно, сам подох. Но я зато пули потратил все равно. Кто? С кем? Я вообще ни хера не пойму. Беги, пока можно. Беги, а мы перегруппируемся. О, последние новинки линии. Так, новый физический тоник. Экстра питание 3. С последними новинками линии экстра питания еда кажется вдвое вкуснее, чем прежде. Попробуйте прямо сейчас. Вы получаете много здоровья благодаря закускам и повязкам. Все еще могу фоткать. Приходите еще! Ваншотится. Короче, как понимаю, мы семью не спасли этого чела. Беги! Беги и проберись в Аркадию! Господи Иисусе! Сейчас проберемся в Аркадию. Ирландцы!
Мексиканский хряк предложил мне сделку. Я им ставил фонтейны, и они меня отпускают. Вот так запросто. Только откуда мне знать, что этот толстяк сам не работает на фонтейна? Откуда мне знать, что все они на него не работают? У фонтейна есть Адам, который всем нужен до зарезу. А у Райна язык хорошо подвешен и модный костюмчик. Даже тут внизу любой кретин поймет, куда ветер дует. Понятно. Да, по патронам у нас вообще все скудно. Модернизируйте свое оружие в автоматах, убойная сила. В смысле, тут можно оружие улучшать? Че, я об этом не знаю. Мойра, Патрик, в этом весь район. Дождался, пока мы почти выбрались, а потом дернул за веревочку. Мы найдем этого подлеца, найдем и вырвем его сердце. Зачем мне клей? Я пришел сюда, чтобы достичь невозможного. Ты пришел украсть то, что не способен создать точно сметенный гуну врат Рима. Даже воздух, которым ты дышишь, это я за него плачу. Ну так дыши глубже, чтобы потом вспоминать его вкус. Окей. Давайте заслушаем. Доберись до батисферы на пологих холмах. Она тебя хоть к черту на рога доставит. И тогда по всем долгам будет уплачено сполна. Чайный сад. Кладбище. Новая задача. Манать он здоровый. Хо. Нихера себе. Медная труба. Короче, мы их какие-то запчасти собираем. Клей, клей. Так, где мы там остановились? Тут, как я понимаю, ничего не будут. Так, чайный сад. Так, отсюда мы пришли сюда, так, наверх. И тут будем сейчас изучать местность. Неплохо. Похоже, каким-то горемыкам уже начали призраки мерещиться. Чего ты ждешь, глупыш? Говорил, это прекрасно. Возможен такой побочный эффект. Память одного бедолаги передается другому через генные образцы. Протечки, чокнутые повстанцы. А теперь еще и кровавые призраки. Боже, тут да есть кто-нибудь! Да уж, в восторге не жизнь, а сказка. Прикольно. Ну куда мне идти? Давайте начнем отсюда. И вы можете мне помочь? Можете помочь? Погоди! Так, что это вообще такое? Мутант маг? Сюда! Thank you.
Фу, это... Я думал, это он делает. Сегодня Аркадия была закрыта для всех, кроме посетителей с деньгами. Этот человек нанимает меня вырастить лес на дне океана, а затем превращает прогулку почище в роскошь. Райан спросил, разве крестьянин не должен продавать то, что вырастил? Разве гончар не должен получать прибыль за свои горшки? Я начала было с ним спорить, но затем вспомнила, кто подписывает мне чеки. Плохо быть лицемером, конечно, но безработным лицемером еще хуже. Так, подождите, это у нас второй этаж. Так, во-первых, я вижу секретный проход. Так, окей, здесь все забрали. Сигарета Тайвьева. Еще что новенькое? Мутан Громила. Надо идти. Надо вымыть руки. Драко! Я лучше тебя! Надеюсь? А, подожди, это ж эти, которые рукопашники. Дело в том, пока я тут хожу, я сейчас буду обратно возвращаться и смотреть, что я там упустил. Добро пожаловать на распродажу! Короче, ну, напал для химического огнемета. Напал особенно эффективен против цели и уязвимых для огня. Поджигает объекты при длительном применении. Так... Водород для химического огнемета. Жидкий водород особенно эффективный против цели, уязвимых для холода. Неплохо. Добро пожаловать на распродажу! Так, а что она тут говорила, вот тут есть? Короче, нам сюда. Это по факту нам туда, да? Поэтому возвращаясь обратно там, где был вот этот маг. Автозломщик, деньги. Если сейф. А, пустой сейф, найс. Так, веревка. Процедура возрастания увенчалась успехом. Моллюски в одиночку не производили достаточно адама для серьезной работы. Но в сочетании с хозяином... Я вся такая... У нас кое-что получилось.
Моллюск вживляется хозяину в брюшину. И после кормления хозяина мы вызываем отрыгивание, что дает нам в 20-30 раз больше пригодного к использованию Адама. Теперь проблемой стал дефицит хозяев. Фонтейн говорит: терпение, Тененбаум. Скоро откроется первый дом для сестричек, и проблема будет решена. Понятно. Какой я устроил вечер, все готово. Цветы, бутылка вина, даже два билета в чайный сад. Ничто не делает девушек такими сговорчивыми, как вечер в Аркадии. А теперь надо только заехать в эконом, чтобы на всякий случай купить инжектор со стимулятором. Говорят, Анжелина уже бывала в чайном саду. Она тебя напугала, откуда он вообще тут взялся? Надо было его сфоткать, я не сфоткал. Так, здесь я был. Так, это я наверх поднимался. Так, а сюда никак, да? Хотя, видно, что туда можно попасть. Я еще думал, тут сейф будет. Не знаю почему. Так, тут никого нету. По крайней мере, я никого не слышу. Интересно, я могу их вызвать так? Мне кажется, было бы странно, если бы я мог бы их вызывать. Отсюда туда я перепрыгнуть не смогу, да? Не надо было ей приходить. Здесь еще не поздно открыть свое дело. Так, вы двигайтесь и размахивайте гаечным ключом быстрее. Спасибо, что пришел. Это моя деревня. Так, если он туда бежал, значит там есть лестница. Снова котик. Успех. Убери это! Убери! У меня идет кровь! Кровь! Где моя кукла? Стоп, а где она? Thank you.
кофе. А-а-а. Тут, оказывается, был еще один проход туда. И что, это я ради денег каких-то делал? Ой, там баллон. Вчера, как я тебя не заметил. Так, сразу перезаряжусь. Всё, 4 патрона. Ну, это потому что надо в тело стрелять. Ну, в голову один патрон. Труп, удобрение. По звукам что новенькое? Звуком что-то новенькое. Метро восторга. Сатурнийцы! Беги! Беги! Они идут! Это наш дом! Наш! Если буду так смотреть, здесь инструментальный как раз новый, который универсальный конвейер. Так, подожди. Короче-то могу пули делать, да, различного характера. Ну, не вижу смысла. Больно. Интересно, на пулями снимается этот электрошок? Wait, what? Stay. I'm going to check what happened to our...
Так, у всех есть тайные слабости, но с глазом фотографа все тайны становятся явным. Количество очков исследования за фотографии сильно возрастет. Это хорошо. Пускай лучше возрастает. Мне подходи! Можно тебе эту маску? Сними ее! Убейте его! Убейте! Наиболее увеличивает максимально здоров. Это хорошо. А вот теперь делаем таким образом. Во-первых, F. Спасибо, мистер. Наступающий тебе за зажег свечу. Ты спас малышек, хотя мог проявить жестокость. Я кое-что передам тебе в знак благодарности. Где моя кукла? Я вообще не понимаю, куда мне идти. Пологие холмы вон там. И там же батисферная станция. Оттуда прямиком к Райну. За них вообще что дают? Походу нет. Частный оборванец. Так, поделал плюс. Новый физический тоник, противный стимулятор дова. Надоело. Плестись в хвосте у соседа, установившийся спортивный симулятор. Купи новейший спортивный симулятор 2, пускай теперь он глотает пыль. Ну, намного быстрее, типа я намного быстрее атакую. Блин, мне бы желательно... Ладно. Эндрю Райан напоминает нам, мы все делаем свой выбор, но под конец выбор делает нас теми, кто мы есть. А? Отвечайте, Теля! Наконец-то я! Я думал наверху. Куда мне идти? Подождите, откуда я вообще пришел? Я пришел отсюда. А куда я пришел? Для чего я пришел? Ладно, пока что просто изучаем. Добро пожаловать на распродаж! Добро пожаловать на распродаж! Ага. Так, все, достаточно. Так, все есть, все патроны есть. Так, новый физический тоник, экстренный камуфляж. Нуждается в тишине и покое, используйте естественный камуфляж, не двигайтесь и вы просто растаете. Помните, не видеть значит поверить.
Найс. Теперь, как говорится, скрытность мое второе. Из этого не надо. Так, что он делает? Подожди. Вам немного здоровья. Вы получите много здоровья благодаря. Почему я не могу эти ячейки? Как открыть эти ячейки? Хочу все открыть, вот эти ячейки все. Слишком мало у меня предметов. Стой! Сомневаешься в моих словах? Ты мог кое-что слышать обо мне. Может, видел мое имя? Думай, что хочешь. Когда-то я увлекался политикой. Но это всего лишь самооправдание для людей, чтобы начать убивать друг друга. Мне это надоело. Я просто хочу вновь увидеть солнце. Понятненько. Понимаю, парень, понимаю. Так, у меня вопрос, где я был, где я не был. Спасибо! Спасибо вам большое! Найс. Так, новый инженерный тоник «Медвежатник». Одно из самых популярных предложений Супермхайгера. «Медвежатник» дает вам доступ повсюду, куда вы хотите и хотели бы попасть. Пример его прямо сейчас и перед... Так, и вперед на взлом. Уменьшает сложность при взломе сейфов и кодовых замков. Щит. Хо-хо. Heavy again. Так, ячейка физический тоник. Ячейка инженерного тоника, ячейка боевого тоника. Ну, это я понятно буду улучшать. Так. Улучшение Евы, здоровье, электрозаряд, вызывающий более длительный шок. Циклон-ловушка. Забрасывайте мутанта в воздух и наносите им урон в падении. Человек-огонь, вы наносите меньше урона от огня и сами наносите больше урона, используя огонь. Вы несете меньше урона от огня, то есть получай. Так, плазмиды потребляют меньше евы. Снижает цены в торговых автоматах. Новый инженерный тоник. Торговый эксперт. Плазмид-тонкий эксперт меняет вашу генетическую подпись. С его помощью вы можете снижить цену и обманывать любые торговые автоматы. Торговые эксперты окупаются в один момент. Уменьшает длительность сигнала тревог камер, но они меня почти вообще никогда не видят. Ну, давайте боевой тоник будем прокачивать. Выбор инженерный тоник. Так, хорошо, у нас осталось 30.
короче, я думаю, нормально. Пускай так и остается пока что мне. Я готова ко сну, мистер Бабблс. Ты готова ко сну, мистер Бабблс? А ты где сама? Черт. Ладно. Я сюда, да, еще тогда не ходил? Так, и туда я не ходил. Ага. Готово. Ой, у меня уже время. Бля, я упал. Что такое, Мэри? Неважно, ты видишь. Голова кружится, подташнивает, а временами вижу то, чего на самом деле. Так, сейчас мы вернемся немного назад. Я именно сюда подошел, нужно как раз эти генетические коды посмотреть. Так, назад. Так, экстра питание. Невидимка. Всякий раз, когда вы взломаете, вам добавляете немного здоровья. Аптечки прибавляют вам немного здоровья. Вы можете повторно обыскать контейнеры и трупы, чтобы получить другие трофеи. Немного здоровья. Ваша аптечка за несовершение будет исцелять любые недоконтакты. Так, понятно. Я не знаю, либо взять эту херню. Давайте попробуем. Все равно мы в рукопашку почти никогда не играем. Торговый эксперт. Посрать на цену, мне всегда денег до хера. Так, так, так. Больше машинам. Хотя я могу вот это инвиз и вот эту херь взять. Взрывчатка, взрывчатка. Надо только переждать эту черную полосу. Мне ведь везло. Давление по поводу плазмидов было немыслимо. Имелись побочные эффекты, слепота, безумие и летальный исход. Но если не испытывать новую идеологию, тогда зачем она нужна? Рынок не реагирует, как младенец, и не визжит при первом недовольстве. Рынок терпелив, и нам следует брать его. Как они надоели. Если я буду в инвизе. Я хочу туда попасть, там что есть. Минус.
Пипец, просто минуту целую стоять на месте. Но инвиз помахает. Если таких роботов этих. Короче, там снизу где-то вход, как я понял. Так, взрывчатка, взрывчатка. А, там, наверное, нужно насышать. Если тебе не по душе то, чем занят Фонтейн, что ж, попробуй сам предложить что-нибудь получше. Понятненько. Блин, я опять забыл. А, не, нормально. Короче, ясненько, как оно работает. Это Real Roll. Да, 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 я знаю про герметизацию. Нелепость. Дайте мне еще минуту. Первые испытания Лазаря были очень многообещающими. Если роза Гарика зацветет, тогда богом клянусь, я буду точно знать, что все получилось. Быстрее, закрывается! Ну ладно, иду. Но кто-то должен найти способ вернуться и проверить образцы. Это очень важно. Странно, но все равно работает. Трудно поверить, как многое изменилось с тех пор, как я ушла от доктора Штайнмана. Восторг так изменился. Походу, только вот это, да, меняется. Я слышала, что творилось на площади Аполлона. Я спросила у Райана, как он может так поступать с невинными людьми. Он возмутился. Невинные? Если они захотели защищать Восторг, значит, приняли сторону Атласа и его бандитов. Так что никаких невиновных тут нет. Только герои и преступники. Так, я там все изучил, получается, да? Эту местность. Так, туда я ходил, да? Вот территория еще какая-то неизвестная. Походу, я там дверь электрическую не открыл. Эндрю Райан напоминает нам. Мы все делаем свой выбор, но под конец выбор делает нас теми, кто мы есть. Найс. Минус азот. Тоже внутри. Я у... Не, я возьму это. Полезно меньше. Блин, если типа берешь уже нельзя, да, реролить. Жалко. Так, здесь мы были. Добро пожаловать на Надо заканчивать, потому что уже время. Блин, тут еще большая территория. Давайте... Стоп, в смысле? А это что я упустил? Это что открывалось? Что за бред? А, это сжечь надо. Мано, у тебя другого пути туда не было, да? Прикол, я сюда никогда не ходил. Ну, когда когда играл эту игру. Ну что, давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим. И в следующей серии мы с вами, в принципе, и узнаем, что же находится за этой листвой. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.